телевизора, вы сидите на точно таких же пабликах. Вот как есть, не знаю, люди смотрят, блядь, Первый канал, а вы, блядь, сидите вот просто в паблик, в котором больше народу. Все. Вот и вся разница. И неважно, что в этом паблике, куда. Ага, ага, вижу, вижу, он коробку берет. Бродяга, берегись! Я казнил. У меня жизни нет. Прикройте, я подлечусь. Хуеть, я чувака казнил в воздухе. Из пистолета. А я прям на него смотрю. Если ты справа, можешь, в принципе. Я прикрывал. Там еще один. Я ранен. Блять, я случайно. Я хотел патроны поднять, но патронов не нашел. Я ранен. Идите вперед, я перебинтуюсь. Имейте в виду, эти бродяги не последние. Я бежал патроны поднять, блять, начал, как этот, как психопат начал добивать. Так я прикрывал, я стрелял. На всяк. Стойте. Все, готово. Да, на эту идут. Еще и еще. Все четверо сюда. Ого, винтовка! Два выстрела, один хэдшот, второй казнь. Оба хэдшота. Вадька придрачивался с пистолета. Блять. Это что сейчас было? Все, пошли. Просто сейчас как на джетпаке стартовал чувак, или я не понял. Ты видел это? Как Iron Man. Прям на старте где-то из-под жопы такой. Они что-то тупые какие-то, нахуя вы идете сюда? Окей. Там стоит слева. Отходит. Ну хуй знает, я прошел, кажется. Да. Гуськом ходит. Один.
Да. Бля, у меня ни жизни, ни патрона. Три патрона. Расстрелял парней. Вьетнамская чистка. Бля, броник куплю. Все, пошли. А у меня больше ничего, я М-ку проебал я. Вот, спасибо. Нихуя тут, блядь, наш прибежал. Минутку. Мне молот подарил. Минутку. Типа это. Готово. Да, скорее всего, они в доме, они уже поняли, вот, что идти не варик. Иду. Вдалеке, справа. Охотникам меньше. Пошел дым. Я ранен. Я ранен. Да. Добей. Одним бродягой меньше. Ну все, сектор зачищен. Теперь можно возвращаться на базу. Блять, наш опять приседает.